Так, это значит у нас упакован двигатель на Зотте T600 15S4G. Сейчас сделаем небольшой обзор упаковки. Так, двигатель упакован в фанеру, десяточку. Все обнесено уголками для сохранности. Сейчас вот братец открутит, мы снимем, предоставим еще дополнительный фотоотчет перед отправкой и будем отправлять нашему заказчику. Вся дополнительная информация будет на YouTube и в Telegram-канале.